Да, я думаю, что вот как-то люди очищаются благодаря вот этим праздникам, вот таким духовным, нравственным, они очищаются. Ну, мне так кажется. Ну, или мне хочется так это видеть, что они очищаются. Потому что я не вижу, бутылки не летят из зрителей. От зрителей, когда вот в хоровод ведем, они же нам очищают, нам большое очень место надо. Нет, не летят, и в это время как бы они достойно себя ведут. И все ждут, когда мы будем с ними хороводить, когда мы будем с ними играть. Подай по яичке, подай по-другому. Ой, первое яичко, и горим на свечку. Другое яичко, нам мы за труды, за Егорьевские. Не могу праздника, хочу подарков. Ну, молодцы, поклонились друг другу и похлопали себе. А сейчас мы с вами поиграем игру. У нас хорошо. Сейчас мы отправляемся из Барнаула в Москву. И где вы находитесь? Hello, my friends. Вот мы в Москве. Вот идем, идем. А я иду. Ну, не надо меня задевать только. Не надо задевать. Здравствуйте. Вот мы теперь чистые, помылись, отдохнувшие. Сейчас пойдем гулять по Москве. Здравствуй, это Саша. Мы его все любим. Он у нас тоже побеспокоился о нас, приготовил нам место. Мы еду приготовил. Он всю ночь готовил еду нам. Сейчас мы идем гулять по Москве, но вначале мы зайдем за документами, чтобы нам как-то завтра посетить. А то, может, еще никуда не полетим. А то вдруг еще мало. Весь был Божий свет, я вижу, я вновь.
России Ольга Алексеевна Абрамова. Поехали. Oh.
мухой сладкий. Не домой.